Ребят, здрасте. Не планировал сегодня записывать выпуск, но тут забавная новость прилетела. Ну как забавная, скажем, неординарная, за которой надо будет посмотреть. Значит, вы же знаете, наверное, что в России там постоянная тема добавлять людей в список иноагентов. То есть, кто позволил себе рот открыть, кто какое-то мнение высказал, не дай бог, это мнение идет вразрез какой-то там политической этой движухи, которую они себе там нарисовали. И не дай бог, этот человек еще и публичный, быть тебе иноагентом. Несколько блогеров только осталось там, кроме Варламова и Лядова, кажется, уже все давно иноагенты идут и так далее. Значит, статус иноагента выдают на днях Максиму Галкину. Максиму Галкину, причем, ну, он вышел с видео и сказал о том, что, ребят, ну, херня какая-то, мол, написали вообще, что я деньги получал из Украины на проведение политической деятельности, а на самом деле 6 или там 10 лет назад последний раз он выступал в Украине и вообще какие-то финансовые отношения с Украиной имел. Ну да ладно, на самом деле, давно не было Галкина в Украине, не знаю, что он там мог получать. Он поржал, он находится не в Российской Федерации, а недавно они с Аллой Пугачевой вообще уезжали из России, и тогда там неслось, мол, все, покинули, убежали и так далее. И тут под 1 сентября Алла Борисовна приезжает, значит, затыкает всем рот, говорит, я Примадонна, а вы все говно. Вот, вы сказали, что я уехала, а я тут. И вот сегодня Алла Борисовна буквально 30 минут назад выкидывает у себя в Инстаграме, она с аудиторией в Инстаграме общается, обращение к Минюсту Российской Федерации, где говорит, дорогой Минюст, а возьмите-ка меня тоже, прошу зачислить в иноагенты, потому что я полностью солидарна со своим мужем Максимом Галкиным, который честный, порядочный и так далее, настоящий патриот страны, и я также считаю, мол, надо эту всю херню остановить для того, чтобы люди не гибли, и страна не катилась в пропасть. И вот теперь очень интересно, как будет действовать российская власть. Потому что, мол, не заметить слова Примадонны Аллы Пугачевой достаточно сложная будет задача. Потому что нестись сейчас будет, мама дорогая. А вот отреагировать и добавить ее в список иноагентов, это значит, что вот эти вот все миллионы алых роз из кафе должны пропасть и так далее. Вы че? В общем, очень занимательно сейчас будет наблюдать за этой ситуацией, как будет ледяной горою айсберг пробивать Примадонна. В общем, посмотрим, внесет ли Аллу Борисовну Минюст в список иноагентов российских. Блин, ну, короче, комедия. А Алла Борисовна мужик. Все, что могу сказать, с вот такими яйцами. Молодец. Мало кто там так может себе позволить. Она действительно крутая. Ребят, ставим лайк, пишем комментарий. Как думаете, Аллу Борисовну внесут или не внесут в иноагенты? Только-только начинается эта история. Вот прямо-прямо сразу записал вам это видео. Кто захочет поддержать наш канал, чтобы вышли на прямоэфирную историю быстрее, у нас ссылочки все есть и реквизиты в описании под видео. Ребята, welcome, жду. Все, до новых встреч.